Сегодня 2 апреля 2021 год. Ага. Плюс 5 за бортом. Ну вот очень сильный ветер поднялся. Я, конечно, против солнца снимаю, ничего не вижу, но надеюсь, видно, да? Такое у нас красивое небо в клеточку. Вот пока я доехала, развеяло вот это вот все вот облака. Это не облака, это вот такие вот интересные вещи. Ага. Это уже развеянное, а вон еще там один развеивается. Вот эта полоса тоже вот 5 минут назад была след, а сейчас вот оно размывается вот в такое облако. Ветер жуткий. Это хорошо то, что ветер сильный, или это плохо? Ну, скорее всего, для вот размывки вот этого всего, наверное, хорошо, да? Чтобы побыстрее раздулось. А там вот, там прям вообще, там прям сплошная дымка. Ага. Это ж красота какая. Какое нам небо в клеточку устроили. Вот это вот тоже вот были следы. И вот там следы. Ну, конечно, если такой вот ветер, я думаю, минут через 10 уже не будет вот всего этого. Вон он прям туда закругляется и пошел туда. Ага. Ветер жуткий. По флагу. Вот можно видеть по флагу. Запасаемся противогазами на следующую неделю. Вот у нас 2 апреля, вот у нас, видишь, какое небо в полосочку. Ага, интересное. Прям так долго эти полосочки. Ага, и они прям в облака такие расходятся. Я рулю, я вот так вот поснимаю сбоку всякие разные полосочки. Впереди полосочки. Вот. Вот эта вся дымка, это вот все то, что... Угу. Все то, что раздуло. Так что не надо рассказывать мне ля-ля-ля. Я живу возле аэропорта, интернационального аэропорта. И каждый день над моим домом взлетает и садится сотни самолетов. И я каждый день наблюдаю самолеты разных различных размеров. Поэтому такие вещи случаются очень редко. Но если они случаются, они на небе очень заметные. И вот я даже не могу передать. Я сейчас пройдусь на мост, сниму. Притащила второй телефон, чтобы показать дату сегодня. Вот второе. Второе. У нас. Ничего не поняла. Ты работаешь или нет? Ну, ладно, вот. Готовимся к Пасхе. Happy Easter. Вот тут есть дата. Так что... Happy Easter. Сейчас буду рассказывать, что дальше. Вот след, который кривой. Видно, его раздувает ветром. Вон, самолет пошел. Видно, да? Видно? Видно? А вот этот кривой, вот его сейчас раздует, потому что ветер сильный, ужасно сильный. Я поднимусь по ступенькам на мост. И вон идет самолет на посадку. Поэтому я каждый день могу наблюдать сотни самолетов. Но вот это вот белое, то, что вы видите, вот это белое, это вот раздулось.
вот с таких вот следов. Вон еще там на перекрестке чуть-чуть видно. Это просто, это что-то с чем-то. Над городом. А вот это вот уже раздувается. Ну вон еще один свежий, вот только пролетел. Ну все, у нас в следующие несколько недель будет куча больных. Посмотрим. Давайте запомним сегодняшний день. Сегодня 2 апреля 2021 год. Вон какое там небо ясное, да? А какое там? Там вообще просто...